Они рискуют жить так, как им хочется. Любят друг друга, любят свое дело и рожают детей. Мне кажется, что ты сейчас вот выдержишь паузу и как-то сообщишь, что вот у тебя столько много детей, и они все заохают-заохают. Пятый ребенок в семье Наташи и Андрея. Многодетная богема в документальном проекте «Россия. Начало». Во вторник вечером на РТР. Главная гонка мира – «Формула-1». Средняя цена машины – 6 миллионов долларов. Мощность двигателя – 850 лошадиных сил. Предельная скорость – 360 километров в час. Замена колеса – 2 секунды. За сезон сгорает до 1000 комплектов шин. Пилот испытывает космические перегрузки 4G. Пульс – 200 ударов в минуту. Цена билета на трибуну – от 100 долларов до 40 тысяч. Бесплатно только для зрителей нашего канала. «Формула-1» на РТР. Он похож на всех. На него не похож никто. Александр Песков. Парад пародий. Воскресенье. Вечер. РТР.